Всем привет! Этим роликом мы открываем серию обзоров, посвященных наборам дополнений для моделей наземной техники от фирмы BlackDog. Соответственно, обзоры будут маленькие, деталей немного в наборах, а, как правило, это обвес для различной бронетехники или наземной техники. Соответственно, они будут маленькие ролики, но тем не менее. Кому-то будет интересно все-таки, что там лежит, помимо фотографий, которые представлены на сайте BlackDog.gz или у нас на skillfan.ru. Итак, все коробочки открываются сбоку. Внутри пакетик с деталями из смолы, а также поролончик для защиты этого от при перевозке. Что мы в данном случае с вами имеем? В пакетике буквально 4 литничка. На одном литничке вот такое вот, так сказать, бундирование, точнее, как это назвать-то правильно по-русски, equipment, сейчас вспомню, вот эта деталь, видите, подогнана под модель, то есть она просто накладывается, обвес, что ли, да? Такой всякие скатки, ящики и прочее. Ну вот второй литничек. Такие дровишки очень интересные спереди, да, вот которые на модели лежат. На мой взгляд, один из самых интересных вариантов. Потому что ящики, ну, ящики все видели. Касками тоже никого не удивишь. А вот дровишки такие интересные, неплохие. Ну, тут канистры сразу же скрученные между собой. Вот, и здесь тоже варианты канистр. Дальше идет масло. Вот это вот, из-под масла, да. Такая емкость. И каски, видите, с внутрянкой, с внутренним наполнением. Вот в итоге мы получаем с вами вот такой набор.